формальные змены, яны мели за мету, напевно, вымаливать некую картину перед приездом международных назиральников, але на сам речь жесткий административный контроль за выборчими комиссиями застался той же самой, який и был. Фактично выборчие комиссии створены по предмете такой администрации, и они подпорядковываются большего местовым администрациям, которые курируют их працу. У комиссии сформованы, как и ранее, они навод лик представительства оппозиции горше, чем это было в 2010 году. Треба отзначить, что доля представников политических партий в агулам застается вельми малой, это у округовых комиссий это только 13%. В той же момент, как громадские объединения у округовых комиссиях представлены на 54% представников. И это 5 основных громадских объединений, которые есть у Беларуси, это продержавных громадских объединений, это Белая Русь, профсоюзы, БРСМ, это Белорусский союз женщин и Белорусское громадское объединение ветеранов. То есть фактично эти 5 великих громадских объединений являются у нас основоутворальными институциями, которые формуют выборчие комиссии. Самое главное критика подлику голосов, то, что он бывает непрозрисно, то есть, что назиральники и навод члены комиссии, сябры комиссии не бачат каждый бюллетень, не могут подтвердить, что воля выявления каждого выборщика подлично правильно выборщей комиссии. И в связку с этим выказывались потребования об том, как бюллетени выборщими комиссиями лечились прозристо, как каждый бюллетень демонстрировался всем назиральникам и всем сябрам комиссии. Назиральники будут размещаться не за спинами. У сябров комиссии, которые подлечивают бюллетени, будут находятся там, скажем, полкругом будут стоять сябры комиссии, а одна частка стола будет отдадена для представников СМИ и назиральников. Это безумовно, коли эта система не будет изменена, то такой формат мы лечим достатково никаким чином не меняючи ту практику, якая была на всех минулых выборах, потому что не имеет значения, где будет находиться назиральник, хоть их там на стол посадить сверху. Имеет значение, что бюллетени не повинны лечиться всеми сябрами комиссии одночасно. С сумом отзначаем об тем, что эта выборчая кампания отбывается на фоне того, что в Беларуси, как и под час ранейших выборчих кампаний, есть политические вязни. Я маю на увазі в першую чергу ситуацію з господаром Кондрусем, який обвинувачується по подіях якраз виникам минулих президентських, позаминулих президентських виборів 2010 року за удел у масових безпорядках. Ми, безумовно, як правоохоронча організація, лічимо, що це адмовно впливає на той політичний фон, який є в виборчій кампанії.